Здравствуйте, уважаемые гости, дорогие друзья и близкие. Я рада вас приветствовать в этом потрясающе красивом месте в этот необыкновенный день. А день сегодня действительно необыкновенный. Вы знаете, дорогие друзья, для меня всегда самый большой, самый удивительный и самой прекрасной загадкой было то, как создаются пары. Как это происходит, что люди, которые еще совсем недавно не знали друг друга, вдруг становятся самыми близкими и родными? Я хочу сказать, что очень рада, что моя девочка нашла Егора, что вливается в такую большую, главное, и дружную семью. Ну, дорогие мои, поздравляю вас с супружеством. Теперь супружеством, они оба стали супругами. С той ответственностью, которая теперь лежит перед вами, друг за друга. Чтобы любили друг друга, хранили верность и жили в любви и согласии. Желаю вам счастья, любви, главное понятие друг друга понять, прощать и делать все вместе. А помнишь, я тоже много могу случаев припомнить, но не буду. И мы с тобой познакомились, когда ты была совсем другим человеком. И вот весь путь твоего становления, вот тем, кем ты являешься сейчас, мы прошли вместе, и очень здорово, что я приглашен на этот праздник, и я это очень ценю. Люблю вас. На Руси называли любимого мужчину свет очей моих, потому что мужчина – это путь, это стрела, указывающая на восхождение. Любящая женщина восхищенно смотрит на своего любимого, как на свет, который помогает ей не забыть себя. А женщину на Руси – душа моя, потому что она напоминает то, ради чего только и есть смысл двигаться по пути. Все только от души. Нет смысла ни в чем, ни в войнах, ни в свершениях, ни в познании, ни в событиях, если забыта душа. Храните душу свою. Желаю счастья.